Доброе утро с Крыма. Привет, как у вас там погода? У вас, наверное, там вообще супер. Анюта, скоро Пасха, какие планы? Наверное, такие же, как и у всех. Жарить шашлык. Во дворе. У кого нету своего двора, вот я думаю, как они будут выходить из этой ситуации, потому что, ну, реально, как бы, Пасха. Но я не пойду в церковь, потому что, ну, людей много. И, ну, не вижу смысла. Мне понравилось в Гданьске. И у вас вкусные рестораны, и вообще у вас красиво, и у вас есть море. Классно. Доброе утречко. Привет, Мариш. Игорь. Привет. Всем привет. Думала или отложила? Отложила. Надо было удалять, получается, восьмерку. Я побоялась, потому что, ну, я верю в звезды, и звезды тогда, в тот момент, когда я была готова, говорили, что, ну, как бы удалять, типа, не надо. А потом дальше я уже боялась. И потом, короче, отложила. Да. Я трусиха, оказывается. Как дела обстоят с отращиванием волос? Ну, отпускаю. Отпускаю. Мне так хочется, знаете, как раньше я всегда делала наверху хвост или, ну, как бы затягивала. И глаза были как у кошки. То есть мне нравилось такую дульку делать наверху. А сейчас нет такой возможности, потому что еще не отросли до той длины. Так уже хочется. Так, Ань, сними видео своих самых любимых продуктов из косметики. Кстати, хорошая идея. Хоть здесь кофе, да, Олечка? Вот. Ну, ты знаешь, если что. Что бы ты посоветовала себе в 17 лет? Не идти учиться на экономиста, а сразу идти на ведущую, потому что я пошла учиться на экономиста. И потом перешла на ведущую. Наверное, так, не знаю. Мне кажется, все, что в нашей жизни происходит, все должно было быть, потому что если бы не это, было бы что-то по-другому. А я не знаю, было бы хорошо или плохо. Мне нравится так, как есть сейчас. Это помните, посмотрите фильм «Эффект бабочки». Вы поймете, о чем я говорю. Классный фильм, он старый, но он реально классный. Ань, привет, расскажи о своем питании. Это гены или поддерживаешь? Поддерживаю гены. Есть девочки, которые вообще питаются еще лучше, чем я, но все равно не могут добиться такого результата. Ну, я имею в виду в плане того, что я стою на весе 50-49. Почему? Я, кстати, недавно услышала, девочки, может быть, я не... правильно это или нет, но в любом случае погуглите, если как бы хотите похудеть. Я недавно слушала лекцию Ирины Хакамады, и как-то у нее там спросили, типа, сидит ли она на диете. Она сказала, говорит, я не могу называть это диетой, но у меня питание 15-часовое. То есть